Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем фургон Лита. В набор входит клей, наждачка, 240 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на расположение деталей. Эти детали должны пройти сквозь два отверстия. Вставляем до упора. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Крестообразные оси должны получиться разного размера. Используем ось под номером 22 для ровной склейки. Обращаем внимание на нумерацию и отличие деталей. We'll be right back.
этом этапе колесо уже можно приклеить к оси. Второе колесо собираем точно так же. Второе колесо собираем по аналогии. Клей не должен попасть на круглые отверстия. Остальные склеиваем по аналогии. Переворачиваем. Эта деталь отличается от остальных. Зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. Детали ручки собираются без клея.
вторую сторону собираем в зеркальном виде. Со второй повторяем то же самое. В круглых отверстиях для дверей клея быть не должно. С другой стороны приклеиваем точно так же.
эта деталь отличается от остальных. Засечки должны быть сверху. Выравниваем детали по верхнему и нижнему краю. Обращаем внимание на расположение деталей. Клей не должен попасть в круглое отверстие. Готово! У собранной модели открывается капот, дверцы кабины и фургона, а также вращаются колеса. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!